Генеральная уборка города еще впереди, а подготовка к ней уже в самом разгаре. Дворники поторапливают весну и ворошат сугробы, чтобы те быстрее растаяли. В это время рабочие проливают кипятком и очищают от мусора ливневки. В недрах управляющих компаний готовят метлы, грабли и лопаты. Инструмента должно хватить всем желающим. Однако нужно учесть все нюансы и ошибки прошлых лет, отмечает глава города Олег Фурсов. В частности, своевременный вывоз мусора и обрезанных веток деревьев. И обращает внимание подчиненных. Нужно срочно организовать работу по уборке пыли и грязи с улиц. Если, значит, с завтрашнего дня она не будет организована, я объявлю вам взыскание. Вот 2 недели назад я об этом сказал. Самарский район, Ленинский район, Куйбышевский район, уже все очистились от снега. Там эта грязь начинает растаскиваться просто по улицам, по всем. Люди ходят, дышат, там, где уже все высохло, где снег стаял, ставьте людей, пусть формируют кучи и вывозят это все. Не надо ждать, когда все это поднимется в воздух. После генеральной уборки город преобразится. В ближайшие дни рабочие начнут мыть светофоры, дорожные знаки и ограждения. А на следующей неделе банные дни начнутся у самарских дорог. Их будут мыть специальным шампунем. В каждом районе сформированы бригады рабочих для уборки внутриквартальных территорий. Всего более 1500 человек, плюс 30 единиц спецтехники. Покрасят дорожные ограждения, все световые столбы и бортовой камень. Приведут в порядок газоны и побелят стволы деревьев. Остановки общественного транспорта почистят от объявлений, помоют, а некоторые заменят на новые павильоны. В планах и демонтаж 20 рекламных конструкций. Особенность проведения Мечника в текущем году – администрации внутригородских районов выступают самостоятельно организаторами, что требует ответственного подхода. Приводить в порядок город будут весь апрель и начало мая. В борьбе за чистоту будут брошены все силы служб городского хозяйства. Также на средники и субботники выйдут сотрудники различных организаций и все неравнодушные жители Самары. Общегородской субботник назначен на 23 апреля. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События.